Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы сравним производительность двух самых продаваемых смартфонов в мире. Это Samsung Galaxy S3, а справа у нас iPhone 5. Поехали! И перед тем, как мы начнем, хочется озвучить характеристики. У Samsung 4-ядерный процессор с частотой 1,4 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. А у iPhone 2-ядерный процессор, работающий на частоте 1,3 ГГц. А в нем также 1 ГБ оперативной памяти. Значит, перед тем, как мы приступим, убедимся, что на Galaxy S3 выключен Power Safe режим. Как видите, зелененьким он не горит, значит, все нормально. А также убедимся, что никаких приложений не запущено. И первый тест, который мы пройдем, будет тест браузера на знаменитом сайте BrowserMark. Соответственно, на iOS это Safari, а на Samsung это NoName браузер. Может, есть у него какое-то название, но, по крайней мере, я его не знаю. Начинаем тест. Вот тест на iPhone подошел к концу. Тут это 191 151 пункт. Теперь ждем окончания теста у Galaxy S3. Вот Galaxy S3 тоже завершил тест. Он показал 169 036 пунктов, что на 22 тысячи с небольшим меньше, чем у iPhone 5. Дальше мы откроем сайт Apple Insider на счет 3. Раз, два, три. iPhone 5 был чуть-чуть быстрее, может там секунда. В общем, разница небольшая. Значит, следующее, что мы сделаем, мы откроем вот эту статью. Может тут определиться победитель. Раз, два, три. И мы в очередной раз видим, что iPhone 5 был быстрее. И сейчас мы откроем одно и то же видео. Так, ну почему-то у нас Galaxy S3 не запустил его. Давайте попробуем вот так вот. Обновим страницу, чтобы оно само не проигрывало. И теперь нажмем. Раз, два, три. Всем привет, дорогие друзья. И сейчас, Это пятый iPhone Samsung Galaxy S3. В общем, наверное, я тут немножко взяла с кэша. Но видно, что он быстрее, хоть и не намного, но все же быстрее. Так, ладно, довольно с браузера. Теперь мы проверим сигнал Wi-Fi сети, как ловит. Что Galaxy S3 вообще подтормаживает. Перед этим тоже закроем все приложения, которые были открыты. Начнем мы с iPhone. Начать проверку. Так. Пинг 14, это очень хороший показатель. Закачка 18.52. Кстати, за время тестов я заметил, что почему-то на iPhone тест длится меньше. И поэтому Galaxy S3 успевает набрать более высокий результат. Как видите, намного дольше длится. Очень странно. Так, давайте еще раз для чистоты теста сделаем. В общем, тут Galaxy S3, конечно же, побеждает. Правда, непонятно, почему у него длится тест больше. Я думаю, вы это сами заметили. У iPhone буквально 5-6 секунд, а тут целых 10. Еще раз закрываем все приложения. Ну, а теперь мы сравним, как быстро запускают оба смартфона одинаковые приложения. И перед тем, как мы приступим, еще раз убедимся, что Power Saving режим выключен. А то стопудово налетят, скажут, что не, это неправда, Galaxy S3 быстрее. Ну что ж, поехали. Раз, два, три.
Ну и что мы видим? Примерно уже 5 секунд. 5 секунд разницы, 5-6, где-то так. Теперь откроем одну и ту же миссию. Будет это вот это. Раз, два, три. И опять мы видим, что iPhone 5 быстрее. Секунды 6 даже. 6 секунд, да. Galaxy S3 еще с черным экраном подгружался. Следующая игра, которую мы откроем. Сейчас посмотрим. Момент. Это вроде Bad Piggies. Да, Bad Piggies мы сейчас откроем. Легенькая игра. Раз, два, три. К сожалению, под 5 iPhone еще мало что оптимизировано. Но я думаю, даже с оптимизированной версией он справится на ура. И вот мы видим, что примерно секунды 2 тут было. Да. Давайте откроем один уровень. Первый. Раз, два, три. Тут примерно одинаково, так как уже сама игра загружена, и остается только открыть ее часть. Ну и последняя игра, которую мы запустим, это будет Mass Effect Infiltrator. Вроде так она называется. Раз, два, три. Ну и, в принципе, опять мы наблюдаем ту же историю. iPhone 5 быстрее. Быстрее заметно. Те же, можно сказать, 5 секунд. Сейчас нажмем одновременно и посмотрим, как быстро меню загрузится. Хотя тут разницы, по идее, быть не должно. Раз, два, три. Ну да, одинаково. Давайте тогда еще загрузим какой-нибудь уровень. Например, самый первый. Chapter Select. Так. На счет три. Раз, два, три. А, так тут еще вот эти главы. Хорошо. Первая глава. Раз, два, три. Тут Galaxy S3 даже немножко опередил, я это заметил. Вроде бы. Да, скорее всего. В общем, дорогие друзья, что я могу сказать? iPhone 5 быстрее. Но у него также есть свои минусы. Почему-то он принимает Wi-Fi сигнал чуть-чуть хуже. Но я подозреваю, это из-за того, что тест на спид-тесте длится как-то меньше. Оба смартфона быстры, но у Samsung Galaxy S3 есть проблема, а именно его подвисание. И сейчас я вам это продемонстрирую, как это работает с Mass Effect. То есть мы просто перейдем на домашний экран, нажав кнопку Home, то есть эту стандартную домашнюю кнопку посередине. И для сравнения я тоже покажу вам, как это выглядит на iPhone. Открываем Mass Effect, один и тот же уровень. Так. И потом как бы просто нажмем, как я уже сказал, на Home кнопку. I'm at the Overwatch. Вот. Так, давайте здесь потише сделаем. И на счет три закрываем. Раз, два, три. Вот. Вот о чем я, дорогие друзья, говорю. Еще раз хочу отметить, что Power Saving режим выключен. Так что, дорогие друзья, решать, конечно же, вам, что покупать. И прошу не писать, мол, сравниваешь не то. Этот телефон у нас в России 50-60 тысяч, то это Galaxy S3 25. Это все не так. То есть в нормальных странах они стоят одинаково. Можете зайти на официальный сайт Samsung и посмотреть, сколько он там стоит. Так что на этом все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх. С вами был Плэксперт, всем пока!